Так, всем добрый вечер. Такой зимний, холодный, но не самый холодный в жизни. Поверьте, они бывают холоднее. Спасибо всем, кто пришел. Просто хотелось бы обратить ваше внимание на то, что здесь все обычные люди. До войны кто-то был на службе, кто-то. Большинство из них не было, они не служили. Я имею в виду, как кадровые военные призвались по мобилизации, и они не только отстояли, мы все, наверное, помощь волонтеров была, все не только сохранили рубежи, хотя бы на той позиции, на которой они сейчас уже находятся. Это те люди, которые закалили себя, волонтеры, которые смогли сплотиться. Все-таки будущее Украины, оно светлое, потому что небо, оно голубое, а зерно, оно золотое. Поэтому все у нас должно быть хорошо. Главное в это верить. Ребят, хотелось бы от всех понимания, то, что у многих раны не только на теле, больше ран в душе. Сейчас уже прошло больше времени, чаще с ребятами общаюсь. У многих раны в душе. Я хотел бы, чтобы с ними... Не надо их сильно жалеть. Им надо просто поставить плечо, чтобы они сделали свой шаг вперед. И потом, как «Динамо», раскручивали эту машину, которая называется «Украина», все вместе, только вперед. Поэтому скорейшего нам мира, сознание светлого. И начинать надо только с себя. Спасибо.